«Маленькая площадка. Путь в большой спорт». Такой вот островок возможностей открылся в городе Называевск, ставший 4-м по счету в Омской области по программе «Газпром детям». Открытие объекта на своей малой родине посетил министр спорта Омской области Александр Фабрициус и не узнал прежнее место. Там, где он в детстве гонял футбольный мяч с друзьями, теперь красуется современный объект. Этот подарок, который позволит еще больше увеличить, наверное, хоккеистов, дворовых команд, детей вот этих маленьких, которые здесь рядом с садиком будут приходить сюда кататься на коньках, играть летом. Поэтому насыщение идет спортивных объектов и думаем, что в программе у нас 16-20 до 2020 года мы постараемся все районы Омской области и поселения поставить такие коробки. Событие привлекло внимание малышей из соседнего детсада. Теперь они смогут использовать эту площадку для активных игр и первых шагов в спорте. Представив танцевальные номера на открытии, малыши отправились играть с Александром Фабрициусом, а после опробовали качественное покрытие площадки. Радостные эмоции ребят не оставили сомнений в особенной ценности такой инициативы. Вы сейчас взрослым мальчишкам в ворота забили, да? Ну-ка, расскажи, как вам это удалось? Очень трудно. Трудно? Но ты бы хотел прям заниматься футболом, да? Да. Главный плюс площадки – универсальность. Здесь можно поиграть в хоккей, футбол и баскетбол в любое время года. Называевский объект притяжения тут же опробовали юные футболисты, которые в этот день получили еще один подарок – новый инвентарь от министра спорта. Команда у меня прекрасная. Надеюсь, победят на сегодняшней товарищеской встрече. Они со школьной скамьи ходят в спортшколу на именно футбол. Поэтому надеюсь на победу. Программа «Газпром детям» рассчитана до 2020 года. За это время она охватит все областные районы, требующие инфраструктурной поддержки. Вскоре подарки примет Крутинка, Тюкалинск, Усть-Ишим и Оконечниково.